Среднего размера, средние силы, собака отличного типа. Очень хороших пропорций, отличная голова, отличное выражение. Хорошие углы передних и очень хорошие углы задних. Абсолютно правильный фронт. Очень хорошее сбалансированное движение. Желательно, чтобы толчок задних был эффективнее. Вы видите, что в этом классе у нас есть как бы разница между первыми тремя, которые были все среднего роста.